ее держит дверь. Это так комфортно! Это значит, у меня теперь кожаная Мира с подогревом. Только с разгону. Итак, мы набрали кучу хлама на форпосте по скидкам. Сейчас вот это инвалидное нужно установить на место другого инвалидного. Вот этого задроченного. Я, короче, когда прыгал на трамплине, я его, походу, промял в курсе своей жопы. И оно искривилось немножко. Я шайбы подложил, шайбовый развал, сиденье сделан. Вот, сейчас будем это исправлять. Сиденье отвезли с аэрбэгом, подушкой с безопасностью и с подогревом. Ура! Вполне возможно, что у нас ничего не получится. Вполне возможно, что вся эта затея шляпа. Делаем ваши ставки, господа, как обычно. Белая, черная, красная. У нас одна попытка. Если не получится сварить, что мы хотим, придется делать лавочку, как на Hyundai. Предварительно, пока у нас вот такие вот родные крепления на салазках отвезли. Включу видео, у меня все сгорит. Мне уже тут предъявляют, что я ничего не снимаю. Не знаю, что тут снимать. Тут все вообще мясное мясо, как обычно. Ой, представляете, насколько будет тут все просто. Но уже вырисовывается. Смотри, как хорошо все стоит, сидит. Ну вот, спустя почти 3 часа все 4 крепления вот так вот приколхожены. И они притянуты, ну практически притянуты. Это вот самое красивое, это самое вареное. Вот это надо отпилить. И все у нас есть. У нас сохранятся все регулировки, абсолютно все. Подъем вот этого вот седла, потому что зацените, насколько вот это ниже, чем родное, прикинь. Как можно тут стелить. Кожа, рожа, все дела. Вас проклянут все коллеги по работе за то, что вы навоняли. Поэтому я в сотый раз говорю, не занимайтесь корчеванием. Лучше сидеть дома. Звука больше нет. Нет больше звука. Все, минус 2000. Установка сидушки прошла успешно. Теперь сидим как цари. Ездим туда-сюда. И еще почти что... Ну да, тут места маловато, конечно, не так, как и везели. Мы еще и можем поднимать сидушку. Поднять можем, опустить. Только задние, по-моему, крепления слишком высоко получились. Как-то я буду с нее съезжать. Вот такой вот лютый диммер будет стоять на подогреве сидушки для переменного тока, для обычной сети. Мы его сейчас проверили на лампочке и пауэрбанке. Вроде все работает, вроде все должно работать, но это вообще дичь. Ура! Сделал! Вот на такие сопли пока все работает. Вот от этой кнопочки. Короче, у нас на одной кнопке обогрев заднего стекла, обогрев ушей, ушек наших обоих лево-право. И ой, как хорошо, ой, как жарит хорошо. Да, везель, давай жарь. Все работает, жарит, спинка жарит, все жарит превосходно. Сопли уберем. Диммер работает на постоянном токе. Шипит даже, что-то добавляешь. Вообще прикольная тема. Блин, ну как хорошо жарится, а вообще прекрасно. Всем рекомендую такое не делать. Жарит. Вообще ништяк, просто ништяк. Хоть зима почти и закончилась, минус 4. А попу греет так хорошо, как будто началось. Продолжаем нашу серию, что сломалось в Daihatsu Miri за год беспощадного использования. Почти 2 года в России, ну точнее 1.5. Практически все шаровые соединения пришлось опрессовать на пробеге 140 тысяч. Все шаровые опрессованы, одна опрессована летом и держит нагрузку очень достойно. Колодки я поменял, все-таки они пришли в негодность. Также были подтянуты хомуты на шрусах внутренние. Пыльники не заменены, заменены хомуты, либо подтянуты. Рулевые наконечники также были опрессованы. В плохом состоянии находятся пыльники, что на шаровых, что на рулевом. Наконечники. Был ремонт рулевой рейки. Тяги остались родные, в них еще есть потенциал. Стойки родные, ничего не течет, ничего не стучит. По двигателю мы заменили сальник коренной. Глушитель немножко подваривался в том же месте, он уже снова отхлебывает. Сайлентблоки все целенькие. Пружины от Териуса. Все живет, все нормально. Весь кардан, ну практически весь оригинальный, без каких-либо дефектов. Все подушки, можно сказать, целые. Сайлентблоки рычагов тоже, в принципе, еще ходят. Амортизаторы задние родные с увеличенным наваренными проставками. Замятый бак. Из глобального, наверное, только сальник. Неожиданно потек. Редуктор стоит другой с блокировкой дифференциала. Самоблочная, самоварная блокировка заднего дифференциала. Редуктор и кардан от Танто.
а родные. Эти узлы в идеальном состоянии. Кузов немножко подмялся. Площадка под нашу лебедочку всемогущую тоже, можно сказать, в идеальном состоянии. В целом все хорошо. Единственное, я говорю, удивил только сальник между двигателем и вариатором. Вот он почему-то не выдержал нашей первой покатушки в грязь и начал ссаться. По задней части мы также видим изменения. Мы установили силовую жесткость бампера и к ней прикрутили фаркоп. Если его довести до ума, он будет таскать грузы по 1,5-2 тонны. Ха-ха-ха. Подписываемся, чтобы это увидеть. Колеса радуют глаз. Если вам видно амортизаторы, вот они. Они у нас на 5 сантиметров выше. То есть это родные амортизаторы, к которым приварен кусок трубы и плюс еще одно ухо. То есть примерно 5 сантиметров вверх. И все это, на удивление, работает просто по прекрасному сценарию. Машина выглядит намного лучше, чем год назад на этом же месте. Еще мы кончили муфту полного привода. То, что она выдержала, это выше всех похвал. Сейчас у нас вот такой конфиг, он до сих пор работает. Нет вибрации вообще! Вот эти вот болты, в принципе, трещотка уже все. Вот эти на включение полного привода, они рабочие. До сих пор все это работает. Ну, немножко сальник потек, но это ерунда. Этот редуктор не в счет, экспериментальный. Вот, а так все, все родное, можно сказать. Все четко, без каких-либо серьезных поломок. Также колодки задние мы обслуживали, только сдувая из них пыль. Ничего мы не делали, ничего не меняли. По электрике также все отлично. Из дефектов, наверное, только аккумулятор, который, ну, после простоя двухнедельного уже тяжко заводит машину. Точнее, ну, его нужно будет поменять перед следующей зимой обязательно. Иногда выскакивает ошибка CVT, непонятно при каком сценарии. Похоже, что где-то все-таки что-то навредилось вариатору, но настолько незначительно, что я думаю, этот вариатор переживет многие Ниссаны в целом. Ну, то есть в целом автомобили уже сгниют и, скорее всего, их закопают. А этот вариатор только начнет, ну, так скажем, немного хворать. На данный момент все отлично. Я не знаю, что с этой машиной нужно сделать, чтобы что-то в ней сломать, но это очень тяжело. То есть вот мы движемся, все работает у нас до сих пор, даже на конченном аккумуляторе.